Ора Тамир, современная художница. Современная художница Ора Тамир родилась в Израиле. Начала рисовать в то время, когда дети ее возраста обычно играли в классики или прыгали на скакалке. То, что считалось болезнью, которая быстро пройдет, превратилось в хроническое заболевание. В 1980-м эмигрировала в Соединенные Штаты и поселилась в Калифорнии. Попытка описать картины Оры походит на тщетную попытку передать ощущения от снов или фантазий. Используя мягкие соболиные кисти и масляные краски, художница пишет или рассказывает в своих символических картинах целые истории. Ее сюрреалистические чувственные полотна выражают основные эмоции и наслаждаются, разбирая замысловатые сети мысли человека. Живопись Оры, несмотря на явные футуристические качества, служит источником неземной красоты. Художница не планирует свои картины заранее, они создаются совершенно интуитивно. Каждое полотно – это результат усердных и длительных, а порой мучительных трудов, полных любви. Персонажи картин связаны с Орой лично, они затрагивают душу зрителя и делятся с ним своими чувствами. Первый шаг картины – это идея. Деревянная доска покрывается гипсом и шлифуется до появления очень гладкого подшерстка. Масляные краски и кисти соболя используются для создания фона. После того, как он высохнет, наносится следующий слой. Так рождаются истории и образы, которые восхищают нас. Картина будет развиваться и изменяться еще долго, пока Ора наконец не скажет, а не чувствует себя хорошо. Работа над картиной может длиться от месяца до нескольких лет.